прохождение пожароопасного сезона, возгорание в лесах и меры предосторожности. Это стало приоритетной темой на брифинге в Звенигородском филиале «Мособлеса» для журналистов. Основное количество пожаров возникает в весенний период до появления зеленой травы. Всего с начала года на территории Звенигородского лесничества Московской области возникло 4 пожара. По 2 в Одинцовском, Русском, городском округах. На общей площади 4,71 гектара. Средняя площадь одного пожара составляет 1,18 гектара. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года возникло на 2 лесных пожара меньше, а площадь, пройденная огнем, уменьшилась на 5,31 гектара. Важно, что в огне не погибли лесные культуры. К сожалению, причина возникновения всех пожаров – человеческий фактор. Для обеспечения безопасности в лесах производится наземное и авиационное патрулирование, а также видеомониторинг. При подготовке пожароопасного сезона Звенигородский филиал на муниципальном уровне были организованы и проведены межведомственные учения по тушению лесных пожаров. Учения провели 15 апреля вблизи деревни Хлюпино Одинцовского городского округа. Помимо Звенигородского филиала на ГКУ «Мособлес», в учениях принимали участие Наро-Фоминский и Звенигородский филиал ГАУМО «Центр Лесхоз», администрация Одинцовского городского округа, Одинцовский пожарно-спасательный гарнизон, подразделения «Мособлгаз» и «Мособлэнерго». За период с начала 2022 года выявлено 120 нарушений лесного законодательства. В каждом случае к нарушителям приняты меры административного воздействия. Сотрудники Звенигородского филиала напоминают, в случае выявления возгораний жителям следует обращаться по номеру 112 или по телефону горячей линии лесной охраны 8 800 194 20. Екатерина Крамер, Фарид Хайретдинов, телекомпания «Одинцова».